Привет. Так, ну что, я продолжу. Я просто хочу напомнить, что я делал. Я пытался собрать в Marmoset эту текстуру. Ничего не получилось. Я просто с нуля сейчас сделаю. Пересоберу здесь, короче, просто убедиться, что я все правильно понял. Так, первым делом надо хоткей поменять. Settings. Shortcuts. Как color picker вызывается, что-то вспомнить. Color picker sample tool, по-моему, там, да? Есть просто непоюзанный хоткей, блин. Вот, все, настроил, короче. C у меня color picker, просто он по дефолту неудобный хоткей, я поменялся. У меня вместо этого Alt-C на switch каналов и C у меня на color picker. Короче, так удобнее намного работать. Так, давайте я сейчас пройдусь быстро. С чего я начинаю обычно? Вот наш lightmap из... запеченные Marmoset, просто lightmap. Поверх lightmap мы кидаем цвет. Сейчас у меня стоит на soft light, но я не уверен, что надо soft light ставить, если честно говоря. Надо подумать насчет вот этого. Сначала так. Этот multiply. Знаете, наверное, не так. Давайте попробую. Попробую сначала цвет, как базовый слой. Наверное, так лучше будет. Вызываю color base. И сверху кину light map. Наверное, в режиме soft light. Мне нравится, что он пережженный весь получается. Не знаю, как от этого избавиться. У нас есть жарпари, надо заказать. Можешь заказать. Что случилось с предыдущим стримом, его не было. Там много было неправильно показано, я просто спрятал. Я хочу просто вот сейчас показывать, как с нуля его просто делать. Я собрался с мыслями, с утра вообще башка не варила, что-то не проснулся. Я, по идее, набираю цвет, а мне никакие каналы, кроме цвета, не нужны, по идее. Сейчас. Смотреть разные режимы просто хочу. Новую что-то добавили. Оверлей, фигня. Пинлайт. Короче, можешь попробовать так сделать, value сначала.
не очень сильно. Я облажался тем, что я просто не знал, что там будет в плане блендинга. Короче, там всего 5 режимов или 6 блендинга, и типа вот сложно с этим работать. Поэтому в Marmosete проще PBR просто готовый делать. Стилизацию, типа, вот такую я бы не стал там париться пока. Плюс там рисование пока что неудобное. Особенно если у вас меш довольно плотный, типа рисовать там просто в срату. Что такое? Ну вот, я думаю, что-то такое, как я сейчас сгруппирую это все и назову это. Просто пускай в одном слое лежит. Сейчас надо подредактировать цвет. Кстати, текстурил, ни в фотошопе, ни в коте я не текстурю. В коте очень ограничено, если надо порисовать, короче, поверх того, что я сделал в Substance. Мне просто впадло с нуля рисовать текстуру, очень долго это занимает. Поэтому я обычно скипаю. Так, мне кажется, это норм. Типа какой-то легкий прилайт есть, но не супер эксцессив. Типа я с этим могу дальше работать, именно набирать цвет. Сейчас дайте подумать, как это лучше сделать. Space. Рик сегодня будет, ну, не знаю сейчас, если успею быстро сделать то, что хотел. Короче, что я хочу сейчас сделать, я хочу сейчас просто взять и покрасить сверху, но для этого мне надо сделать 3 группы, чтобы я не рисовал в ненужных мне местах. Блин, тут жарко. Создам папочку просто skin paint. Тут создам слой, просто paint layer, ничего особенного. И то же самое сделаю, так и да, вот. На каждый регион там будет своя маска просто. Thank you.
и шлем. Все. Это был простой генератор. Так, я, у меня, по-моему, чат остановился опять сейчас. Сорян, если я кого-то не ответил. Так. Я какие-то карты, которые до этого сгнили, просто сейчас влезаю. Чуть с нуля не делать. Врага. Короче, сейчас, мне кажется, этот прилайт очень сильный все-таки для этой текстуры. Я сейчас попробую немного пригасить изначально, чтобы он более такой мясной цвет. А кавитис я потом врисую, короче, за счет генераторов. И, судя по всему, текстура будет похожа на как ваховские миниатюрки красят. Да, что-то среднее между PBR и стилизацией. То есть у меня... я обычно стараюсь билдапом делать из темного к светлому, но здесь такой миксованный подход. Сейчас, по сути, у меня есть база какая-то, вот цвет. И я сейчас залью кавитис и хайлайты, типа, нарисую там. Но перед тем, как это делать, я, короче, обычно прохожусь вот кисточкой. У меня сделан слой paint. И мне кажется, тут просто оттенков не хватает хороших. Я прям сейчас возьму и в режиме так смотрю. С кисточками здесь все просто. Я использую вот какие-то дёрт кисти, короче, по-моему, хорошо подходит для билдапа кожи. Такая кисть, например. Сейчас еще поярче выбрать, чтобы видно было. Типа вот я таким макаром обычно набираю массу, потому что мне нравится, когда не гладкий штрих, а вот с каким-то найзом. Конечно, я не буду таким ярким цветом это делать, сейчас покажу. Но это мой обычный подход этих. Даже, знаете, наверное, не так я сделаю. Хотя не, можно так. По уму надо было бы прямо сюда этот слой сместить и тут рисовать. Потому что у меня сверху куча оверлеев уже настроена. Ну ладно, пофиг. Flow поменьше, а нет, строк opacity, может, поменьше. Постепенно вот так вот я буду сейчас наизить поверхность легонечко. Допустим, у меня есть какой-то базовый цвет, типа розового. Основной. Я вот, скажем, назовем его самым ярким цветом на коже. Я сейчас просто пройдусь в местах, где он должен быть. Как и в атаке? Так. Ты на стриме, если что. Орел или пешка? Алло. Блять. Алло. Я говорю, ты на стриме, если что. А, ё-моё. Ну, я же написал тебе. В телеге. А-а-а, блин. Это я тупой, сорян. Смузь-кисть? Чё такое смузь-кисть? Ни разу не видел.
Спонж. Куча новых кистей, которых не видел. Смуз Нойси. Тед, что ли? На самом деле, да, это лучше, наверное, для такого, для такой кожи, потому что она менее хлопьями лезет, короче, такая поаккуратнее. Только строк опасности всегда меньше, да, чем есть. Чё, как дела? А, отлично. Мне, кстати, сейчас это кинуть. Про я новый, короче, немножко улучшил шейдер, и теперь он процедурно создает этот, как это называется, типа порванные всякие связочные штуки на коже. Mm-hmm. Довольно прикольно. А если это еще с текстурами или полипейнтом намешать, это вообще будет сказочка. В которых фиксит лишнее АО. Не совсем понял вопрос. Какие-то пятна при анимации, если пролезают, то да, надо желательно подкорректировать. Если ты запек одежду, например, и тени от складок одежды статично запечены, а при этом одежда будет шевелиться, наверное, будет всрато выглядеть. Для таких случаев АО лучше убирать либо руками, либо при генерации, ну, запекания просто разносить эти. Так, мне не нравится эта кисть на самом деле. Хочу, зря я тебя послушал. Все-таки больше, да блин. Че это такое? Что это за херня вылазит? Откуда это? Зачем оно мне здесь? Твою мать. Я тыкаю в окно, короче, стилус у меня влазит, этот вот калечная фигня, короче, как и удалить навсегда, да? Просто ужас какой-то. Зачем? Жизнь какая. Раньше не было этого. Ну вот этого не знаю. У меня такого окна никогда не влезало. Поэтому я без понятия. Что-то решил, что у меня клавиатура не присоединена. Короче, где моя кисточка? Кстати, спейсинг еще можно увеличивать кисти. Не помню, где это. Где-то тут. Как в мае симметрию настроить, а там не надо настраивать. Не совсем понял, о чем речь. Как включить, если ты спрашиваешь о том, как включить, то тут есть варианты. Есть сверху. Здесь в самом верху меню симметрия. Object X, World X, там, в принципе, вот, если вкратце. Не знаю, что значит настроить симметрию. Она просто есть по умолчанию. Я вот сейчас фиолетовых, короче, оттенков вырисовываю побольше. По-моему, изначально пропало, короче, там было у него фиолетовое в этом, в рифе.
есть проблема с рисованием в собственности, что светлые тона намного сильнее вырисовываются, чем темные, короче, надо это помнить. Если с одной интенсивностью кисти переключается между белым и черным, короче, там будет очень сильная разница. Я, честно говоря, не знаю, что с этим делать. Наверное, какая-то фигня с конвертацией с RGB и линер происходит. Короче, про лишнее АО, да, ты прав, там фиксит. Это не секрет. Особенно если у тебя игра сама хорошая АО кастует на модель. Что обычно редкость. Рейтрейс так и не прижился в играх. А скринспейс АО обычно ублюдски выглядит. Там спрашивал, как Windows Ink выключить в Substance, я вот, честно говоря, не знаю. И потому что я сейчас выключу Windows Ink, он типа чувствительность перестанет работать. Хотел бы я знать, но, к сожалению, не могу помочь. Если кто знает, как вырубать, короче, эту фигню с дровами виндовскими, чтобы они вообще не лезли в процесс. Но я думаю, Substance он не будет просто работать без него. Он просто сидит на винде. Да, да, вот я сейчас поменял на смус кисти, типа добиваю, короче, вот эти все хлопья, типа сейчас буду сидеть, короче, их сводить чуть-чуть. А как бы убрать еще штрих, не штрих, а вот эта вот рваная дыра, короче, с краями рваными, типа убрать с экрана, это никто не знает, чтобы я не видел этого. По-моему, где-то можно было, Артем, ты не знаешь? Нет, вот я тогда... никогда даже отображение альфы не думал убирать. Да что-то она как-то... Она выглядит просто убого. Да я понимаю, что она убогая. Но никогда как-то не задумывался. Если и должно быть, то скорее всего это... В какое-нибудь меню View, наверное, или... Ну, View? В Viewport. Ну, Viewport меню, скорее всего. Потому что другого я не знаю. Но... Ну что, здесь обычно... я не вижу ничего настроек. В самой кисти там нету такого. Ну, ладно. Почему, чтобы выбрать цвет, надо промотать в самый-самый низ этой простыни, это просто так глупо. И вот эту всю херню сверху не сколлапсит при этом. Вообще. А, подожди, я вспомнил, кажись. Сейчас, где там у тебя стрим? Только сейчас надо вспомнить, где это меню вонючее было. А, вон вижу. Видишь у тебя, короче, где сайз? Да. Сверху на полоске. Посмотри, вот слева там такая загогулина. Попробуй только курсор выбрать. Возможно, он тебе скроет все, что есть. Там есть три варианта отображения. Типа ага, это Crosshair курсор, Brush Outline курсор. О, так лучше, кстати, да. Все, отлично, спасибо. Чуть никогда даже не обращал внимания на эту иконку. Да я только сейчас вспомнил. Значит, сижу такой, думаю. Ну, я обычно этим вообще не пользовался. То есть я как-то раз потыкал, посмотрел и забыл. Сейчас вот опять вспомнил, что такое есть.
Достаточно мерзко эти прыщи выглядят. Добавь на них металлика. Не-не, их надо сначала красного, потом высветлить в середине. Что-то нарывность показать. Ну, беленького надо будет побольше. Ну, в середину, да. Ага. Ну, давай сейчас загуглим гнойный нарыв. Не, не надо. Я не буду смотреть. Да я посмотрю, не волнуйся. Но он прям должен такой прям четко темно-красный быть. Если прям по этим смотреть. О, какая красота. Да здравствует стоматит. Да, кстати, я не боюсь сейчас перетемнить местами. Это на самом деле легко потом починить, но... Моя главная задача сейчас не, ну, убрать, короче, серые оттенки, типа, некрасивые. То есть, чтобы везде были какие-то чистые цвета. Просто я врисовываю фигню всякую сейчас, не глядя, особо не думаю. Но если что-то притемнится, я потом смогу это вырулить за счет скрин-слоя и просто порисовав там в проблемных местах. Ага. Ошибка файла, что за нафиг? Давайте еще раз. Не понял. А не, давайте-ка я уменьшу. А, 50%. Так, еще надо, наверное, на руках вернуть красноты. О, да, вот сейчас выглядят как больные. Я еще не закончил, кстати. Здесь. Ну, я имею в виду, темнее стало, сразу контраст появился, такой как опухоль. Я в этом смысле. По поводу фактуры я пока не парюсь, фактура если на следующем этапе будет. Это пока basic colors, как бы говорится. Но я уже почти закончил. Сейчас. Хорошая кисть, мне понравилась. Спасибо, кто-то посоветовал. Так, а теперь я сделаю cavities и хайлайты. Наверное, с помощью простой клавиатуры для начала. Filler, color. Я тупо сейчас ставлю клавиатуру запеченную из проекта. Ну вот он. Попробуем сначала оверлеем или нет, наверное, с отплайтом. Нет, что оверлеем. Блин, как плохо это выглядит. Это вообще не сюда надо было, на самом деле, надо было в самый низ. До того, как я начал кожу рисовать. Сюда. Сейчас детали пропадают, когда я так делаю. В смысле, я забыл, короче, клавиатуру ставить, и вот эти вот мелкие детальки, они довольно важны, короче. Но я не парюсь, потому что я потом это еще добавлю. Мне просто для базы, чтобы было. Так, тогда ладно, тогда я сейчас сделаю просто генератор светлый.
допустим, просто темно-красный какой-нибудь. Че у него такой шов здесь, червя этого? Где, собственно говоря, эта маска находится? Странно. Где-то Color Selection глючит или че? Или так, как будто курватуру где-то пустили. Где-то здесь. Угу. Может, ID-шка? Да, не нашел. Надо еще убедиться, что у меня Рафтос пока не потрачен. Так. Наверное, все-таки здесь надо сделать базовый слой для Рафтоса где-то включить. У меня его нет пока. Сделаю 0.5, короче, как базовый Рафтос для всего, просто потом буду модулировать уже. Просто у меня включен Рафтос. Сейчас буду вкавитесь. И вот этот слой, который я создал красным, по идее, должен Рафнес убивать, потому что я буду кавити закрашивать. То есть делаю Рафнес максимально белый пока и делаю маску. Генератор. И, наверное, просто дёрт поюзаю, как обычно. Только без гранжа. Общение, знаете, сейчас у меня есть получше идея. Metal Edges. Нет, что-то такое. Проще курватуру, короче, включить. Курватура в режиме cavities. Эй, чё, где она? Что ж ты тормозит-то, блин? Начинается опять, короче. Лагает. Сейчас. 248. Странное, короче. Я перезапуск помогает это дело получить. Когда я двигаю цвет, у меня не обновляется, короче, в реал-тайме. Меня это вымораживает, эски. А ты, кстати, посмотри, там внизу обычно вот такая прям маленькая полоска прогрузки. Если ты что-то изменил, возможно, если он думает долго, из-за этого и не видно. Ну, там бывает такая фигня. Так, что это у нас? Вот сейчас работает, видишь, двигаю. Обновляется в реал-тайме. Вот в прошлый раз что-то не работало. Я, честно говоря, не знаю, почему так происходит, но мне кажется, просто долго работает, что там засирается кэш или что-то такое. Лагать начинает. Ну, там вот, если что будет лагать, следи, может, подгрузка внизу там таким зелененьким полосочкой цветом. Может быть, из-за этого еще. Короче, курватура, я могу еще добавить сюда Ambient Occlusion сверху. Дополнение к курватуре. То есть вот курватура вот сверху в режиме Linear Dodge добавлена АО. И АО я могу еще подрулить контраст. Что-то довольно сильно вышло, мне очень нравится.
Так. Сегодня ЗП пришло, можно устроить себе праздник. Живота, как говорится. Что-нибудь заказать. Какой-нибудь вкусняшки. Ты давно, кстати, стримишь? Да, я только сел в обед. Полчаса. Короче, вот этот слой, он, собственно, делает roughness, убивает там, где не нужно. Сейчас я все-таки сделаю его посильнее. Хотя не нормально, пускай так будет. Вот. А теперь нам надо сделать то же самое, но наоборот, короче, то есть сделать хайлайты. И для этого я уже, наверное, сделаю fill layer. Просто залью его цветом, каким мне надо. Такого, допустим, светлым. Сделаю тоже курватуру генератора для начала. Но по edge-jump пущу его. Да, edges. Очень некрасиво все выглядит. Короче, вот какой-то такой легкий оверлей. Поставлю, наверное, в режим его soft light. Лучше будет блендить. И сейчас выберу мой цвет поприятнее, просто кручу. Тебя спрашивают, какая разница между Metallic Roughness и Specular Glossness пайплайнами? Metallic — это отражение вашего environment map. Металл просто по-другому рендерится. Если ты переключаешься на режим Spec Gloss, у тебя объект не будет блестеть как надо, если ты делаешь металл. Я вот думаю, какой свет мешать, наверное, какой-нибудь холодного оттенка. Петина. Что не так? Еще раз F12. Spec Gloss я обычно, если есть выбор, я трачу это на обычные материалы, типа на кожу, там, где я хочу сделать спекуляр какого-нибудь цвета, типа отличного от environment, допустим. Просто вот для кожи я хочу синеватый спекуляр, а не то, что у меня в инвиле, я вот для этого Spec Gloss включу. Если я хочу честный PBR, типа, по-моему, то это Metallic Roughness. Короче, пойдет. Мне прям много не надо тут вмешивать, тем более он сильно слишком ядрёно. Ты теоретически можно на этот слой жахнуть roughness и сделать его чуть-чуть вот таким вот темноватым. То есть он будет модулировать нам roughness немножко. Так. Опять же, я не хочу сейчас сильно делать, потому что я хочу себе место оставить для ручной покраски еще roughness. Так, теперь мне надо каких-то бликов и, собственно, добавить модульности на коже и разбить roughness. Сейчас попробую сделать это. Обычно делаю fill layer, то же самое. У нас теперь будут участвовать color, height, roughness. По идее, scattering я не трогаю, я не умею пользоваться. Короче, height. То height тоже не трогаю, то есть basic color, там, я не знаю, сейчас посмотрим. Допустим, я хочу сделать там темные споты какие-то. И roughness, допустим. Пускай она будет менее блестящей. Добавляем черную маску, add paint. И выбираю какую-нибудь себе гранж кисть хорошую. Сейчас покажу. Speckles, по-моему. Нет, dirt. Вот эти... Dots, Spots, короче, вот такие карты, они хорошо работают для этого, чтобы набирать кожу. Сейчас
Тут что-то получше было, по-моему. Вот, по-моему, тут она. Да. Симметрию выключаю. Я рисую сейчас в маске, в черно-белой, если что. То есть я уже не цветом рисую, а именно в канале маски. То есть у меня весь слой красный, темно-красный, а рисую я в маске его. Ну, можно спейсинг увеличить где-то? Пожалуйста. Вот он. Назову его на всякий случай фрекл слой, потому что потом быстро найти. Я забываю постоянно их именовать. Всякое, не сильно думая, просто их раскидываю по модели. Выглядит это так. То есть, допустим, часть рук, короче, хочу покрасить и часть тела. Ну, чтобы это не выглядело слишком однородно, повторяющийся, короче, я переключаюсь в режим эрейзера, загружаю ту же кисточку. Можно просто той же кистью, короче, возить по... То есть 1 и 2 это переключение между Paint и пластик. Просто стираю, короче, все это. То есть добавлять вариативности можно так быстро вообще. Блять, не там нарисовал, короче, все равно. Большая просьба, если вы это делаете, короче, не рисуйте прямо в слой, потому что я вот сейчас ошибку сделал, я нажал на маску, короче, начал маску рисовать, а не в Paint слое. Типа большая ошибка. Не знаю теперь, что сделать, как это вытащить отсюда, ну ладно. Там есть способ, короче, перегнать это в Paint слой, я сейчас не хочу. Ладно, я, короче, заново все сделаю, Clear. Бывает, забываю включить. Что-то не знаю, рисовать перестал, что случилось-то. Что-то как-то странно себе кисти ведут. Я куда-то тыкаю и перестает кисть работать внезапно, я не знаю, что я делал. Вот, я уже, в принципе, знаю, что я делаю, и она сейчас выглядит довольно всрато, но я часто это повторял, короче, эту операцию. Меня это не смущает, короче, это наизовость сейчас. Я просто знаю, во что она превратится потом. Сейчас еще постираю немного. Я, короче, просто variations добавляю в кожу, чтобы она не смотрела скучно.
Да, может смело еще сильнее закрашивать. Совсем незаметно. Ну вот, тут видно, в принципе, что происходит. Вот, мне прям не надо сильную, короче, наизовость создавать, но вот этого достаточно уже. Это типа один из слоев там еще будет. Но что произошло, я просто сделал этот слой, и теперь у меня есть Roughness и Diffuse, они вместе работают. Roughness я могу сейчас покрутить вверх-вниз, короче, вот так. Вот единственное, что надо переключиться в режим Roughness здесь, сделать этому слою правильный режим блендинга. Типа, в данном случае мне нужно Linear Dodge поставить, потому что он светлее. Если будет темнее, то надо будет Multiply ставить. Собственно, сейчас сделаю второй слой, который будет Multiply Roughness. Да, в режиме Base Color это будет просто обычный свет, но это будет уже... будет высветление. Сделаем поярче, свеже было видно. Просто белым можно покрасить. Вот. Собственно, вот он на Roughness делает темный, короче, а на Diffusion делает светлое. То есть это будет светлая блестящая поверхность. И насколько светлая, я сейчас выберу себе сам. Во-первых, ее сблендить через лучший soft light какой-нибудь. И выбрать ему чуть-чуть другой оттенок, типа не теплый, а какой-нибудь другой, там может быть зеленовато, там серый. И сейчас пройдусь той же самой кистью. Местами. Угу. На PBR я пока ничего не смотрю, потому что мне важнее альбедо набрать, короче, поинтереснее. Просто сейчас точечек этих понаставить тут и там. Может поменять кисть, сделать какую-нибудь другую, короче, для разнообразия. Какой-то режим рендера сейчас. Ты про чё? Не совсем понял вопрос. Честно говоря, уже не знаю, что можно добавить на кожу. Я думаю, для альбедо это нормально. Вот, сейчас Roughness еще чуть-чуть потыкаем. Вот и в конце я, наверное, сделаю один слой просто для Roughness, типа совсем нулевый Roughness там будет. Сейчас его покрашу. Наверное, той кистью красивой, смус кисть. Значит, просто надо эти все органические нарывы, короче, немного вытянуть наверх. Вот в этом режиме уже можно чуть получше, короче, себе визуализировать.
хотел бы кожу слишком блестящую делать. Смотрим. Так, нормально, я думаю, но это можно пока прерваться. Единственное, что я еще бамп не сделал. Вот сейчас попробую, собственно, зайти в эти слои, короче, повключать там бамп чуть-чуть. Вот в этом нужно включить хайд. Он уже включен, кстати. Немного просто сбить ему, как сказать, разбить монотонность блика вот за счет бампа легкого. Прям очень-очень совсем чуть-чуть надо, там, иначе будет очень жестко. Хотя на самом деле с SSS он типа с рассеиванием будет сглажен бамп этот сильно, но мы потом увидим. Сойдет. Так, теперь я попробую шлем быстро накидать. Он тут уже в принципе на хорошем. Если что, мне не нравится яркость, короче. Сейчас первым делом я просто левелс подрулю. Сколок по стру. Об левелс. Как-то странно он это. По стру. Что-то странно не работает в осветлении. Что я не учел. А, вот теперь работает. Не знаю, что это было. Наверное, обе папки надо было режим PS3 включить. Что-то я до сих пор не могу понять, как это работает. Короче, мне надо было просто равномерно яркость снизить этому шлему, чуть-чуть потемнее базу сделать. И контраст снизить, наверное, тоже. Ну, вот это получше выглядит в качестве базы. Вот, и еще я сложал, по-моему, с этим вот проходом. Давайте. Артём, ты тут? Да, я тут. Отвалился, зашел. Да, как-то Дискорд в ФК быстро переходит, и я даже не... Я такой сижу, типа, читаю, ну, мышкой не двигаю, и меня резко что-то... Мне не нравится, как хайлайты очень резкие были, поэтому сейчас блюрю и левелсами обратно их делаю. Чуть-чуть более... контрастными. То есть, по идее, курватурой можно сделать, но как есть. Сейчас. Угу, все. Короче, что я хочу сейчас сделать? Я хочу, чтобы базовый цвет шлема был. Он был чуть-чуть более блестящий в базе своей. Но он был вытертый на эджах. Типа, то есть рафнес должен падать, но. И там еще где-то должно доходить до металла. То есть мне надо вот этот момент сделать по уму. Так, я сейчас удалю все лишнее, что здесь не участвует. А он на самый верх надо. Так, хайлайты. Окей.
Все-таки не нравятся мне эти G. Сейчас, дайте подумать. Гранж уберу, короче. War level подниму. Просто нужна эта потертость, она должна быть максимально разглажена, то есть спред должен быть повыше. Мне это не устраивало пока что. Сейчас скину. Так, тогда надо сделать цвет базовый пониже, вот такой. Нет. Хайлайты в режиме Linear Dodge, они должны быть чуть более насыщены тогда. Я хочу его все-таки поближе к тому, что на концепте оригинально было с выслетанной. Вархаммерская покраска, так называемая. С легким осветлением. Есть большой соблазн металлика там нацарапать, короче. Но я хочу сначала вот это сделать по уму. Убираю уши просто из этого слоя, потому что они не должны колориться одинаково. Ну, короче, в принципе, выглядит ок. Я единственное, наверное, поменьше интенсивности сделаю. Короче, вот Base Color. Это Roughness. Да, еще с металликой еще нету почему-то. Что-то включить. Сейчас попробуем металлик туда врисовать, потертый. Color. Нужен color, roughness, metalness, что тут, height. Может, есть готовый какой-нибудь здесь гранж хороший, смарт маска точнее. Ну, прикольно, кстати, сразу. Почти готовая карта. Довольно неплохо получилось, выглядит. Не знаю, какая-то странно пикселизованная, непонятно, что это за генератор такой. Или это гранж-мапа так выглядит. Да, наверное, это гранж-мап так делает. Забавно, почему пикселизует так странно. Пикселизует. Так, это что такое? Ну ладно, это меня не особо расстраивает. Я могу сделать варп. Шторм. Угу. Точнее, фильтр. Делайте нам варп шторм, пожалуйста. Фильтр. Угу. Повисло. Понятно. Спасибо.
Вот из-за того, что environment что-то непонятное там сейчас рисует, и весь мой металлик очень черным выглядит. Это неправильно. Скорее всего, он будет выглядеть поломанно в Эмбромасете тоже. Но я пока не смогу это посмотреть. Сейчас экспортну Эмбромасет, увижу, что там. У меня есть сомнение, что я правильно это делаю. Вот, и для этого слоя побитости можно высоту опустить чуть-чуть, чтобы какую-то там сделать грязь. Блин, очень плохо на самом деле. Какой-то странный гранж там. Может, что получше есть. Чё вот это за дерьмо пиксельное? Вообще не понимаю, откуда оно лезет. Так. Пиксельное дерьмо? Да, я кидаю какой-то гранж из этот самый генератор. По иджаму он делает просто странный пиксельный кал. Покажи, сейчас. Посмотри по маскам через BC, погляди, где именно создается. Может быть, да не, в хаймапе. Сейчас. Вот это вот что такое? Наверное, не буду включать бант или пригашу его еще сильнее. Кто второй голос на стриме, это Артём. А во сколько часов в день ты работаешь? Ну, рабочий день у меня 7-6, это я не считаю перерывов. Ну, суммарно где-то... 8. Ну, 8-часовой, но продуктивная работа там, не знаю, часов 5. Так я думаю, он спрашивает, в принципе, твой рабочий день, а не именно часы продуктивности. Многим, в принципе, интересно, сколько... В принципе, люди работают. Ну, как вообще рабочий график и workflow строится? Не знаю, с 10 до 6, короче. Перерыв в обед. Пару часов. Некоторых час, например, обед. У кого-то полчаса. Даже в Ларине, в разных офисах, разное время обеда. То есть в Генте, например, это полчаса, здесь в Барселоне это час обед. Так что везде свои стандарты.
прикольно что-то такое. Mask Editor. Блин, я в Лэре не работаю. Жду балду. Можно твой ArtStation? А я, у меня портфеля нет на ArtStation. Ты можешь, не знаю, в инсту мою максимум там зайти, посмотреть что-то. На ArtStation я уже года три, наверное, не веду там. Одна или две работы максимум. То старые, когда начинал когда-то. Что-то мне кажется, проще руками эти сколы нарисовать. Вообще уже устал. Давайте попробую просто пейнтом, что получится. ArtStation, милый мой ArtStation. Не, ну так-то я могу нарисовать, понятно, как мне сделать это. Что не руками. Хочешь? Да, нарисовать сколы, да, прям удобно, это, чтобы было не одинаковой толщины, а так как порандомнее чуть-чуть. В принципе, могу тыкнуть смазку повязать для этого, дайте попробовать. Я бы взял на твоем месте генератор Metal Age. Да я уже пробовал на всё это. У меня клавиатура запечена, из этого. Сейчас попробую thickness mask сделать. Забивает на арт-станцию? А, да не то, что забивает. Не, многие продолжают просто... Я, например, грубо говоря, исчез на долгое время и только сейчас вот что-то раздуплился и начал шарить постепенно там арт, скетчи, дизайны, которые я делаю. Просто у меня есть закрытый портфель, где у меня много достаточно работ с разных проектов, и я, как правило, его использую, если заходит разговор, что умеешь, что нет. Кстати, для резкости может еще фильтр Sharpen накинуть поверх. Не, он не сделает то, что надо. Это надо резкость Levels выкручивать. Sharpen не сделает. По-хорошему. Если была обратная блюру операция, типа, тогда да, вот Sharpen, к сожалению, не так работает. Если у тебя маленькая текстура, маленького размера, да, если большая, то ничего не выйдет. Ну, попробую так, что получится. Ну, либо ее... Ну, это костыль будет. Ну, кстати, допустим, это... Photoshop и кривыми, например, ее. Не, зачем Photoshop, если можно кривыми здесь сделать, внутри, Levels или... Ну, мне левелсы не нравятся, как типа они работают, если честно. Не хватает все-таки ползунков. Я иногда таких змей устраиваю. Можно добавлять левелсы на левелс. Ну, левелс на левелс, да. Сидишь и крутишь. Пока что-то не получится толком. Просто я люблю именно кривую прям сидеть таскать. Это уже не дэмэдж слой, по сути. Это я не знаю, что.
Хайлайт какой-то. Да, его можно просто использовать как градиент дополнительный для... Ну, короче, не получилось мне повязать фитнесскую маску. А ты тикнус решил, да? Ну, я повязал, но она для этого не очень годится, она просто неровная, короче. А курватура у тебя нормально тип не работает, да? Курватура запрещена в этом была. А ты генератор курватуры пробовал? Да, конечно. Вставить? В смысле, тоже он генерится по нормал-мапу, нет? Ну, ну здесь есть. Короче, он пришел из мармосета, и он немного хуже выглядит, чем... В смысле, не хуже, он меньше подходит для работы, чем этот сабстансовский. То есть можно с ним работать, но не очень хорошо смотрится просто все. Я обычно все карты, кстати, запекаю, только даже курватуру и кавити в сабстансе... Ой, не в, в мармосете, а потом все в сабстанс перегоняю. Я в сабстансе, в принципе, больше ничего не пеку уже. Из нормалки тогда я тупо в мармосете все делаю. Это вот неправильно, кстати. Должно быть металликом. Once. Надо ему все-таки какую-то... Сейчас попробую все-таки сверху шлема добавить roughness модуляцию, потому что сейчас он скучновато выглядит. То есть ему нужны прям хайлайты какие-то бегающие сверху. Могу, конечно, ошибаться, и в мармосете все норм, порендерится. Сейчас попробую прям ядрено сделать, для того, чтобы видно было, что я делаю. Что если я сюда сейчас от Black Mask и воткну сюда Light Map свой? А, инсту. Сейчас скину. Точнее, даже не Light Map, а спекуляр. Метадамплингс. Просто введи и все. Я там периодически скетчи, дизайн и так далее вываливаю. Ой, точно, сегодня же пятница. Ё-моё, выходной завтра. Я аж прям обрадовался. Чё-то я не знаю, что я сделал, капушка. Всё обнулил, по-моему. Ладно, можно это экспортнуть уже, наверное. А, еще у меня скатеринг нужен карта. Забыл про нее совсем, вот она здесь. Вообще я скатеринг лучше отдельно наберу, если честно, я зря это сделал. Карта просто не связана с другими особо, я, наверное, просто сверху создам слой. Скатеринг. И
и сделай просто, чтобы он шлем не трогал. Так, я хотел для скатеринга руки чуть-чуть притемнить, по-моему, да. Для этого сделаю пустой слой в Vision Pastry. Чтобы не было белых пятен, если ты печешь в мармасете. Я не знаю, что. Есть такая штука. Галочка одна, сейчас скажу, у меня мармасетка раз под рукой. В бейкинге, когда заходишь, нажимаешь шестеренку. Убери галочку с Ignore Groups. И тогда у тебя не будет один объект запекаться на другой совушкой. Либо чернить, либо белить. Там, в зависимости от того, насколько коллапсится. Это thickness map'а. Не, я вон человеку говорю. Он спрашивает. А, я думал, ты мне говоришь. Не-не-не-не-не. Человек спросил, типа, как избавиться, когда у тебя разные объекты есть, и они друг на друга впекаются. Типа ошка с пятнами там или еще каким-то говном покрывается. А, еще, кстати, такая тема, не знаю, многие просто не знают, нет. Когда печете и ставьте настройки Normal Maps на Flip Y, поскольку это настройки под DirectX. Стандартно без этого это будет под OpenGL. То есть это нормалки будут по-разному работать. А если нужна ошка в этом месте, ты можешь ее ручкой сделать, либо загенерить и сблендить. На сикнесы, да, на сикнесы тоже. В принципе, сикнесы АО работает. Кстати, ты можешь... сейчас позволяет конфигурация создавать две АОшки, АО1 и АО2, когда печешь. И ты можешь их по-разному настроить. В принципе, чтобы сделать удобное АО, ты можешь попробовать увеличить, например, рейкаунт. Стандартный он там, или 128, или 256. Попробуй поставить там 512 или там 1000, например. И смотри, в принципе, как это работает. Distance тоже чекай, типа, насколько. Поэкспериментируй. Просто возьми какие-нибудь объекты смежные, там, не знаю, может, сферы раскидай. И просто делай тестовые бейки с разными настройками. Тогда ты поймешь, как манипулировать настройками Ambient Occlusion, там, Thickness того же самого и т.д. и так далее. Не везде. Я сталкивался с такими приколюшками, что где-то под DirectX. OpenGL не всегда. Поэтому это так чисто, кому интересно. Просто есть такая фишка. У меня просто были проекты, где необходимо было именно под DirectX. Я такой, ну, мне при этом как-то никто не сказал, я такой под OpenGL бейкал. Такой заливал. Беру типа сцену, у них был пресет, ну, сабстанский, типа, настроенный у чуваков, где на фриле был. Я такой открываю сцену, подгружаю объекты в их, типа, сцену, где был уже персонаж, просто заменяю геометрию. И типа смотрю и не понимаю, а что с нормалкой, типа, что с шакал? Ну, открываю настройки проекта, о, DirectX. Я такой, блин. Поэтому...
Не везде, я вам скажу. Всегда свои нюансы у каждого проекта, у каждой фирмы. В общем, вот мой чел с текстурами из Absence. Не, да, но я же... Я понимаю, что, в принципе, флипнуть можно по грин-канал, там, Ctrl... Этот Ctrl-I нажать там в фотошопе, например, то же самое, да. Но, например, когда ты этого не знал, в принципе, ты всегда такой под OpenGL делал. Это становится такой проблемой. Просто есть люди, которые, ну, пекут и не знают, типа, в чем разница. И никогда не трогали даже меню. И даже, в принципе, и, может быть, Adair Text и OpenGL, и, в принципе, в чем они различаются, никто не знает. Поэтому для общей, так скажем, капитан очевидность. Назовем это так, что для общеобразовательной информации, что люди, пусть вот тут же есть новички, которые только-только начинают вкатываться, им как раз-то будет полезно знать, что разные проекты. Например, флипнуть грин-канал, может быть, для человека, типа, что значит флипнуть грин-канал? Они не поймут. Ну, может быть, вдруг, если пользовались фотошопом, знают, что можно там в каналы заходить, тогда да. Ну, она по-разному, типа, отображается. То есть, ну, ты можешь, смотри, попробуй сделай для эксперимента, вот ты в Марме печешь. Возьми материал, создай отдельный. В одном флип Y поставь, в другом без флипа. Просто чисто. И посмотри, как будет работать, в принципе. И отличие будет в том, что у тебя шов будет появляться. И, в принципе, будет ощущение инвертности. Ну, вот она будет вывернута. Можешь в Substance, в принципе, подгрузить, когда создаешь проект, там выбираешь DirectX или OpenGL. Пробуйте, не бойтесь экспериментировать. Просто возьмите любые объекты, рандомные, зеремешнутые какую-нибудь штуку, сделайте там быстрый бейк, просто чекайте, как, в принципе, работают настройки пресетов тех же бейков. И, в принципе, как они визуализируются, отображаются под разными пресетами, настройками. Это довольно очень такая полезная практика, потому что иногда сталкиваешься, что люди не знают, как это работает, в принципе. Ну, то есть, потому что они не приходилось даже делать такое. Например, у меня по умолчанию... Вот да, кстати, у меня с этого Substance по умолчанию из дома DirectX. DirectX, Normal Map формат. Мне не нравится, что все блестит более-менее ровно, я потом, наверное, какой-нибудь нойз жахну на него сверху. Потому что блик, он, в принципе, ломается, но недостаточно сильно. То есть там еще надо, короче, какой-то гранж добавить. В принципе, мне нравится, как каска блестит. Она не должна, кстати. Хотя надо, наверное, поярче сделать ушину чуть-чуть. Тебя спрашивают, как ты скульптить. Ну, меня спрашивают. Ладно. Ну, первый, кто. Один из первых людей, кто мне показал ZBrush и научил базису. Это некий Алексей Иванов. Второй человек, кто мне вправил мозг, это Вадим. Будем считать, я на него смотрел и сидел, учился. Почти
Угадал. Вот сейчас бы хорошо, мне нравится базовый цвет этого зеленого шлема. Точнее, не совсем очень нравится. Сейчас добавлю сюда. Не, ну типа так и есть, потому что я когда начинал, я еще тогда стримил. Он заходил, короче, ко мне на стрим, когда мы только-только познакомились, и в принципе объяснил и рассказал, какие штуки. Например, сепарейтить полностью формы в одном сатуле через Polygroup by Dynamesh. Я до этого не делал, я всегда лепил целостный монолит. И, в принципе, не знал, что так можно. Ну, он показал, рассказал, и, в принципе, на его примере я смотрел и заряжался. Ну чё, да, ну, чуваки перед вами реально сидит и стримит у вас пример. Человек, который вдохновил многих. Чё нет-то? А скульптить именно, если ты имеешь в виду органику, прорабатывать, детализировать или еще что-то, ну, имеется в виду узконаправленные моменты, то я у традишников из этого, из аниматроников, смотрел очень много брейкдаунов, видеоархивов, как они скульптили всяких разных чуваков, анатомию, в принципе, делали. Для костюмов, там, мейкапов. И, в принципе, поскольку они делают это так же, ну, только руками, у них тоже нейтральный материал до того, как они аэрографы берут и покрывают все это. Там студийное освещение на этих скульптах, если на поролоне, там, или монстр клей, пусть будет, там, глини, неважно. В принципе, я смотрю, как вижу, как свет работает по этим формам, он везде... равномер, потому что это один тип материала. И вот примерно пытался имитировать, там, подражать этому всему. Смотрел, как они делают руками, добиваются то, чего люди делают альфами, например. И учился тоже, типа, без альф, без всего передавать вот такие ощущения. Те же самые чешую там лепить, кожу и т.д. Потому что когда ты сам руками научишься воспроизводить такие вещи... У тебя потом придет осознание, как ты можешь использовать фотореалистичную текстуру, как ее прожектить, и где, в принципе, ты ее можешь использовать на своих моделях. В этом и фича, поэтому... Рекомендую, кстати, курс один, если кому интересна именно органика. Никак не про анатомию конкретно, а философия органики, как сделать из любой формы что-то интересное, органичное, и чтобы оно было пластичное. Это курс... Гио Некпила, называется Мастер Органик Моделинг. Он как раз показывает и рассказывает очень много теорий и, в принципе, интересные вещи и упражнения, как сделать цилиндр, чтобы он выглядел как щупальца, при этом в разных формах, экстремальных положениях извивался, и было ощущение, что это что-то живое, органичное, а не просто трупа свернутая в рогалик. Я как у Вадима усы отрастил за эти стримы. Вадим, ты тренды задаешь. Я пытаюсь сообразить. Хорошо, ты развлекаешь, я не хочу отвлекаться. Что-то запутаться хорошо. В своем говне. Ну ладно. Тут слоем, блин, как мутант. Так, а я пока кину название тутора. Кто знает про Перси, сами знаете. Где достать, если не хотите или нет возможности. Мастер органик моделинг with Geonekpil. Да. Это лучший курс, в принципе, о том, как строится пластичность, органика и так далее. Наверное, он очень много дал мне, когда я смотрел. В Unreal не привязан. Скорее, наоборот, так как он кроссплатформен, по умолчанию логичнее OpenGL юзать. На Рутрекере есть с русским переводом. Ну, я понял, от кого русский перевод. Опять же, если вы используете ресурс перевод всем, будьте осторожны. То есть,
Я как-то сравнивал информацию подаваемую. Все-таки есть профессионально-терминологические порой ошибки. В стиле, например, когда создаешь лейер, там, в Substance, например, и его называют калька, вот мы здесь создаем кальку, у меня прям... Я вначале не понимал, какая, блядь, калька? Что за калька? Что такое калька? Я еще думаю, сижу, калька. Как может быть, что за калька? Потом решил такой, дайте-ка оригинал. О, лейер. Бля. Я не знаю, я не помню, какой тутор был. Мне просто было интересно, в принципе, посмотреть от перевода всем, как работает. Ну, лучше, на самом деле, на английском смотрите все-таки. Я не гарантирую то, что там русскоязычные переводы тутеров. Не, если английский, с английским беда, да, возможно, и хорошо, но рекомендую переходить и слушать все-таки на английском, потому что информация от оригинального источника без, так скажем, призмы восприятия и понимания как-то по-другому будет выглядеть. На Персии, да, Персия тоже мой любимый магазин. Очень часто. Прям обожаю его. Я как чувствую себя персидским королем. Ну вот по органике, я думаю, вы не найдете ни одного туториала лучше. Просто, ну он реально ультимейт. Он такую информацию, в принципе, он... Как-то сказать-то даже. Он не просто вам показывает инструменты, как с ними работать и как получать определенный результат. Он в вас интегрирует вот эту философию понимания, почему вы именно это сделали. То есть у вас начинается во время просмотра и когда вы работаете, брейншторм. А почему вы здесь сделали складку? Из-за чего происходит провисание плоти? И он вот эту всю теорию и терминологию очень интересно подает. И ты когда слушаешь и пытаешься повторять, ты понимаешь это на практике, и тебе, да, интересно. Теперь я знаю, что я не просто повторил там какую-то складку, там штрих или еще что-то просто бездумно, а я сделал, потому что это работает именно так. То есть это логически, это физически работает на уровне физики. Так, если бы оно реально работало, вы просто делаете реальную имитацию. И это круто, потому что начинаешь понимать, как этим пользоваться, то есть... Ты увидел на одном примере, но при этом понимаешь, что есть шейпы похожие где-то в других местах, и ты их можешь также интерпретировать по-своему, в зависимости от того, насколько большой, маленький объект, насколько вес преобладает от одной массы половины объекта к другой, типа, как будет взаимодействовать. Это очень классно. Если английский плохо знаешь, а тут еще техничка, вообще ГГ. Ну вот... У Некпила она не техничка, там философия именно. Вот, кстати, советую именно вот такие туторы смотреть, где люди не просто показывают и говорят, вот это надо делать так, потому что я это делаю. Старайтесь искать курсы туторы, где человек объясняет, типа, в чем логика, почему именно так, и, в принципе, может как-то привести другие примеры и аргументировать, как можно использовать то-то, то-то, и для в каких случаях. То есть, это я понимаю, это сложно, это очень редкое. Но это самые ценные туториалы, где люди именно передают, так скажем, вот этот свой мыслительный процесс, вот этот брейншторм во время workflow, который они делают. Потому что это именно опыт ими пережитый, и они, по сути, пересказывают вот это как мантру, как гайд своеобразный, типа, методичку. И она реально помогает. То есть, когда ты понимаешь, что ты делаешь, и именно почему ты это сделал именно так, у тебя появляется спектр, у тебя просто спектр вот этих направлений, где ты можешь это все использовать. У тебя просто открывается фантазия и возможности реализации того, чего ты хочешь. Просто с пониманием вот таких вот вещей. Поэтому это really классно. Я очень люблю именно туториалы, которые раскрывают именно мысли, брейншторм вот сам по себе. Результат не всегда мне интересен, потому что результат — это результат. Все-таки хороший ментор это, ну и в принципе туториал отличает не то, какой он результат сделал, а в принципе как он подал свой материал и чему ты научился из этого материала. Не всегда какой-то классный тутор с классным результатом будет хорошим, потому что зачастую может много чего умолчать,
Есть шанс, что этот туториал будет просто не для новичков, средняков, там, например, это будет для хай-уровневых, кто будет на, даже без слов понимать, что человек сделал. Поэтому я все равно очень обожаю и сам такую, в принципе, логику пропагандирую даже в Лориане, потому что вот, когда работал с интернами и другими, в принципе, ребятами, кого учил, там, коллег и так далее, каким-то вещам, я говорил именно с, ну, озвучивал свой подход, как я подхожу к решению задач. Объяснял, в принципе, почему, и не только один способ, а, в принципе, возможные способы решения. А дальше человек выбирает из точки зрения, что ему кажется более практичным, интересным и логически правильным. То есть я не просто говорил людям, когда фидбэки давал или еще тоже, вот сделай вот это, потому что это вот это. Мы садились и именно размышляли, искали причину, origin того, что «А почему это неправильно? Типа, а что делать? А вот давай посмотрим, а что, как бы оно должно выглядеть?» Потому что человек, когда делает в процессе, там, скульптит, текстурит, неважно, у него замыливается глаз и восприятие теряется. Ему кажется, что он делает верно, но это не всегда так. И потом, когда ему показываешь на вот эти ошибки, и в принципе... Даже скорее наоборот, не то что показываешь, а спрашиваешь, вот посмотри на свою модель, что сделал, вот ты чувствуешь, что что-то есть. И вот когда человек начинает, да, мне кажется, что что-то не так. И после этого запускается вот этот великолепный механизм, который тебя и бустит, и помогает тебе учиться, потому что ты уже ищешь проблему. Потом ты ее вначале почувствовал, а потом пытаешься определить origin, почему это ощущение у тебя происходит. Я вот, я очень обожаю такой брейншторм. К сожалению, на работе не всем его удается мне, так скажем, распихать как мантру, потому что некоторым неинтересно. Но мне всегда интересен такой творческий, креативный подход к решению любой проблемы. Пошло душнилово. Почему душнилово? Я с интересом слушаю. Блин, как проще всего две сферы просто нарисовать, две точки. С Basic Soft, наверное, ткнуть. Жалко, wireframe не видно. Куда-то лезть, надо включать его. Капец. Нет, по сути, вот только для этой операции просто надо ткнуть. Раз, два. Мне еду, наверное, надо заказать. Все-таки надо праздник себе живота устроить, повысить уровень серотонина и, в принципе, гормон счастья пустить в процесс. Много тут раклипает чисто на продаже. Тупо теряешь, так, тупо повторяешь все за ментором, по сути. Но вот это на самом деле самое, я считаю, плохая вещь, потому что, ну вот, я периодически сейчас сижу и Blender изучаю, и я встречал такие вещи, где чел просто ставит галочки, выставляет какие-то значения и говорит, вот это значение потому что. У меня всегда это вызывает, ну, чувство дикой любопытности. А почему это я должен, типа, именно так выставлять? Кто вообще сказал? Кто этот стандарт, в принципе, определил, что вот я должен использовать там какое-то число, ну, грубо говоря, 0,5 там в каком-то значении. Мне становится сразу интересно, я начинаю тестить. А что, если я поставлю больше? А что, если меньше? Для меня, например, когда я работал, изучал, как работает свет и физика в блендере, мне
Я почти ни в одном туторе не видел информации об отрицательном освещении. Это очень редко. Я как-то услышал, что в принципе есть такая вещь, и я просто кайфанул, когда ё-моё, так можно значение света в отрицательное, и он будет тебе затемнять источник. Кто спрашивал, интересовался, в чем разница хит от эмиссии в цвета. Вот сейчас сохранюсь, кажется иногда. Сейчас режим хит, вот режим эмиссии. Допустим, я хочу сделать оранжевый цвет на глазе, мы трогаем glow. И... Нет, не так. Допустим, вот красный и оранжевый. Я не знаю, как это хорошо объяснить, но, короче, когда я двигаю intensity цвета, типа, он не дает мне рейнджа от белого до красного. То есть, а когда я переключаюсь в режим heat, вы видите, да, центр желтый, потом идет оранжевый, потом красный. Короче, вот heat, он таким макаром работает и на свет. То есть у нас есть источник света, в ней есть температура Кельвин. Если вы выключите температуру, короче, поставите просто цвет, у вас будет ровный цвет, градиент, короче, от светло-синего, допустим, от темно-синего. Или там от светло-желтого до темно-желтого, как-то так, короче. Температура и хит в эмиссии выдает вам полный рейндж от белого до красного, короче, это лучше выглядит всегда. Но это только на горящие, короче, тела. То есть хит это именно температура. Если хотите какой-то волшебный огонь фиолетовый сделать, так уже не получится. То только для теплых тонов, короче, работает. Но я использую черно-белую маску из Substance, которую нарисовал сейчас просто, чтобы у меня глаза не светились целиком, а точка была посередине какая-то. Покатит. Хорошо бы, если он сейчас освещал вокруг себя что-то, но не все сразу. На самом деле, да, минимум темперчу надо убирать, потому что он засвечивает все глазное яблоко сильно. Чуть-чуть так. Так, даю ли я фидбэки? Ну, видишь, как фидбэки все-таки... Это очень такая относительно субъективная вещь. На самом деле... Любой человек, даже начинающий, ну, если он осознает это, он может дать себе честный, классный фидбэк. Ты просто, например, если ты делаешь по концепту, ну, и пытаешься, у тебя задача либо в лайкнес, либо передать ощущение, настроение, ты просто смотришь на модель, смотришь на концепт, и вот, ну, вот ты чувствуешь, что что-то не так. И ты просто начинаешь спрашивать себя честно, вот тебе нравится то, что ты получаешь? Именно не с точки зрения, что ты над ней долго работал и ты уже запарился, а именно вот, представь, у тебя есть вот как будто задача сделать продукт. Вот представь, вот ты как бы сам себе заказчик, ты заказал себе модель, и ты сам себя же ее оценишь. И вот ты смотришь такой, ага, это не то, что я ожидал от модели. И ты начинаешь, в принципе, делать разбор. А что я хотел получить? Вот я сделал так, но вышло не то, что хотел. А что, в чем я ошибся? И вот... Начинаю вот так постепенно делать майндмапу того, чему, которое приведет к тебя, по сути, к сути самой проблемы. То есть, проблема там, не знаю, например, силуэт работает не так. Почему он работает не так? Смотришь, например, на концепт. Возможно, художник рисовал под кастомные перспективы или еще что-то. Попробуй приблизить, сделай настройку линзы сделать. Попробуй сделать такой же отклик визуальный. Смотришь, что-то не то. Вроде перспектива та, но пропорции маленькие. Возможно, сдействовала какая-то стилизация. И постепенно так идешь и находишь. Потому что на самом деле любой человек, ну, начинающий даже художник, он может сам себе спокойно ответить. Просто иногда срабатывает психологически. Да ёпта. Инстинкт, ну не то чтобы самосохранение, но это психологический блок, когда ты, да вроде нормально, вроде прикольно. Так, просто не хочешь. Перебью тебе, просто объясняю, что я делаю. Просто это, слово вставить. Сейчас пытаюсь быстро риг сделать, засунуть эту штуку в акурик и посмотреть, как он двигается, этот чувак.
Оно не будет идеально, но мне даст просто инфу какую-то, блин, здесь, конечно, капец, сложно будет сделать это. Сейчас. Да. Короче, есть галочка midpoint placement, помогает. Вот, допустим, нам надо поставить joint локтя прямо в центр руки. И midpoint placement, галочка, она это делает. Если вот я хочу поставить плечо, и он снапится куда-то, куда попало, короче, туда, куда мне надо. Я включаю midpoint placement и двигаю уже в camera space туда, куда мне нужно. Примерно, где плечо находится. Я не знаю, где оно находится. Это тут надо. Так, это шея. И для центральных джойнтов можно симметрию включить, просто удобно будет. Наверное, не идеально получится с первого раза, надо будет скин еще скинем поправлять, но сейчас посмотрим, что быстро сделаю и пойду уже на работу. Текстурник, в принципе, закончил, я говорю, что тут могу еще долго возиться, файн-тюнить, но база есть, короче, нормальная. Пусть вас не смущает, что он такой ненасыщенный, это типа из освещения, то есть освещение добавится, да. Все, что отсутствует пока. На самом деле, мне не нравится спекуляр у него на руках, там везде, короче, потому что он не покрашен. Это не так критично. Сейчас важно его просто довести до ума. Довольно простой UI. Тут вот, собственно, точечки подвигать, поставить куда надо. Это что у нас? Это пелвис. Наверное, сюда. Вот, и можно с левой стороны на правую отмерить просто. Не тратить время. Дальше будет ринг пальцев. Надо сразу показать, там 3, по-моему, да, пальца. Почему пишут фидбэк, а не фидбэк? За незнание или просто по фану? Футбэк. Не знаю. Фит. Ну это ж не русское слово изначально. А как, кстати, по-русски это пишется в итоге? Фит или фит? Может быть реально есть? Вот. А, фид, фид. Да, фидбэк. По-русски даже пишется фид. Но если писать именно с переводом, то можешь дать мне, пожалуйста, обратную связь? Это, конечно, звучало бы интересно. Ну, короче, просто будь к себе честен. То есть не делай себе поблажек, ну, я только начинаю, там, или еще что-то. Просто смотри, как есть. Вот ты же, если покупаешь еду, или смотришь фильм, или видишь картинку, сделанную другим, ну, ты честно говоришь, ну, мне это не нравится. И все, и тут тоже точно такой же подход, но вот особенно любителям, в принципе, смотреть много картинок, серчить там по ArtStation или по Pinterest, есть очень крутое упражнение, которое я иногда люблю практиковать, когда мне вот, например, на работу иду или в обед там сижу просто в телефоне. А если вы смотрите какую-то картинку, ну вот, или работу, и вот что-то-то у вас заманило взглядом, вот среди сотни там миник, вот вы нашли одну. Попробуйте задаться вопросом, чтобы понять, а почему именно вот среди вот этой сотни массы работ именно вот это привлекло ваш взгляд? Типа, что у вас в ней понравилось? Почему вы посчитали, что это классно? Определите даже степень классности. Это классно, потому что это задрочено, вылизано, отполишено и сложно сделано? Либо, возможно, это какой-то интересный стиль подачи или еще что-то. То есть пробуйте для себя вот такие критерии находить, тогда вам будет проще в своих же работах искать какие-то проблемы. Что вам нравится, что нет, что есть корректно, что нет. Хочется углубиться в органику. А куда ты мне скинул? Ой, это где ты? Что это...
в инсте там? Или куда мне зайти? Что-то у меня опять симметрия непонятная. В дис. Так. Ага. И вот так, запрос с сообщением. Accept. Это отсутствие симметрии меня опять здесь покараптило. Вся рука сейчас смещена. Капец, это бесит. В общем, самая парашная модель моя. Офигенный воркшоп получился. Сочли жопу, блядь. Ну, в принципе, что я могу сказать? Если ты начинаешь, то это довольно хорошая модель. Потому что... Ну, и здесь единственная есть проблема, это анатомические. Но это все учится впереди. В процессе. Ну, просто имеется в виду... Ты повторил... сечку мышцы, как они делятся и так далее, но у тебя изначально общий шейп неправильно подан в определенных местах, то есть логически ты правильно передаешь там, где квадрицепс и так далее, но некоторые вещи, допустим, крепятся не совсем корректно, и это бывает иногда смущает. Но даже здесь не об этом, не о деталях. Например, если ты посмотришь в три четверти, у тебя есть бедро. Посмотри, какая она у тебя формы. Учитывая, что у тебя такое достаточно, назовем как, бодибилдерное телосложение чувачок, вот этот Вервольф, у него нет никаких переходов от ягодиц, от, в принципе, таза, то есть от бедра, как идет. У него сплошная такая, как торпеда к колену, получается. Только с внутренней части мы видим, что что-то-то изменилось. Посмотри, как, например, позируют, ну или в принципе, бодибилдеры. Вот если ты задался целью передать мышцы и органику, посмотри на вот эти рефы, либо сканы качков, если у тебя есть. Посмотри, как с разных сторон, типа в три четверти. Вот поставил в три четверти, и там сразу палится, что у тебя формы нет. Там просто такой именно в этот ракурс бедро, которое нам приближено. Вот. Не смотри в детали, просто прищурься и посмотри в силуэт. Он никак не делится. То есть он кажется, типа, инородным. Ты, типа, не веришь, что мышцы могут так, типа, со стороны формы выглядеть. Просто даже подойди к зеркалу, посмотри на свое бедро или как у тебя ягодица идет. И, типа, так скажем, задница и нога. Как выглядит, как силуэт бросается. Можешь, кстати, попробовать римлайт поставить, свет кастом, чтобы посмотреть, уловить эту кривизну. И ты поймешь, что там более сложная, интересная форма по пластике. Просто сейчас идет впечатление, что у тебя был реф именно фронтальный. Потому что если фронтальный что смотреть... Ты смотришь? Чел мне в личку отправил фидбэк. Хочешь, ты можешь поговорить? Нет, покажите просто. Хочу понять еще меньше. Это просто не очень классно, когда ты с кем-то разговариваешь, и никто не видит, о чем речь. Сейчас идет разбор работы, типа, и это контент вообще, короче, никто не понимает, о чем речь идет. Типа, даже хотя бы ссылку там на отстычник там или что-нибудь. Не, я уже почти закончил, я просто говорю, что я типа я думал, там он скинул что-то посмотреть, а по сути за кадром там. Работу никто не видит больше. Обычно, если на стриме фидбэк просят, то можешь смотреть прямо на стриме. А, он просто в личку кидает. Ну, а если в личку кидает и боится показать онлайн, типа, то в личке обсуждать надо, я считаю. Ну, окей. Чё стесняться-то? Блин, что случилось? Короче, я починил симметрию относительно. Просто я сейчас ригнул, она вся кривая просто. Expert selection. Повторю. Стримить? Да-ка, чё мне? Я ж не делаю обучающего контента или ещё чего-то. Такого. Ну, типа, максимум, что будете видеть, это то, что я сижу там со сферой дизайну что-то и всё.
Типа мне... Ну, мои стримы не настолько как бы, полезны, я бы сказал, были бы. Поэтому я пока не вижу в них смысла. Типа просто сидеть, лепить. Ну да, лепить и болтать. Так я так делал 3 года. Так стримил и как-то не зашло. Он тебя за Акурик хвалит. Тебя за Акурик там хвалит, да, нравится ли? Я прям старался. Спасибо. Мой Акурик. Она на этом существе не очень хорошо сейчас работает, потому что он очень толстый, ему непонятно там, что с чем пересекается. Какую-нибудь голову человека она лигает идеально, то есть после этого надо еще скины сидеть чистить, но ну, это несложно. Уже не успею сегодня. Просто конкретный сетап вот этого перса довольно просто сделан здесь. Надо просто угадать, где ключица находится и плечо. С локтями вроде он нормально угадал, с запястьем. Тут прям точность не важна, потому что это не для продакшена или для препросмотра, так сказать. Не особо переживаю. По-хорошему это в Advanced Skeleton надо в мае просто сделать, там не так сложно. Потом. Гномен ваншоп. Так, интересно. А, я же хотел еду заказать, что-то я сижу. Сговорился. Да, для пуза нужно. Нужна косточка. Да надо подзарядка, да, для пуза. Моего. Не, для нурлинга. Кости. Для пуза. Да и мне. Мне тоже кость нужна. С мясом только. Кстати, пальцем он угадал вполне себе. Сейчас. Долго. Почти ничего трогать даже не надо, он просто угадал, где пальцы находятся. Все. Вот, я потратил 2 минуты буквально. Если все нормально сделано, симметрия, он, короче, очень быстро легает. Из-за Куригая можно как-то позу дернуть, а потом в позе экспортит. Можно из проги. Поза, а не с сайта, не знаю. С проги нельзя. Заливай на сайт, что ты боишься. Думаешь, украдут у тебя что-то? Продадут мне на китайском рынке? Так. Что у нас рядом? По идее, если я сейчас экспортну через ABX. Сейчас посмотрим мой оригинал экспорт. Ну вот он, ригнутый, но проблема в том, что он, короче, ломает меш, когда так делает. И чтобы получить неполомную модель, надо, по-моему, идти на... заливать на сайт. Сейчас мы это сделаем по-быстрому. Look at me. Так, как-то тут надо вернуть его в позу. Дефолтовую, не помню. По-моему, просто в актор надо зайти. Сюда. И download сделать. Почему у него только руки опущены, я не знаю. Очень странно. Нет, не то, как они во вьюпорте, это херня, а то, как они в этом, на даунлоде. Сейчас посмотрим. Там, кстати, в Акурик можно выбрать пресет с доспехом. Ты с армором делал? Не знаю.
Там просто есть обычный скиннинг тела, а есть типа с аутфитами выбор. Куда он скачал тут? А. Блин, в этом в хроме новая тема с даунлодом. Плюхнуть могу тут. Эшли, look at me. Почему у меня стрим постоянно твой отстает? Да, вот моя модель неизмененная, и в ней уже есть косточки. То есть можно с ней повозиться, там скины настроить. Прям мне уже нравится. Как прибить голову на кость что-то. Блять, даже не помню, где у меня этот NG Skin Tools. А вот он. Сейчас мне Ладоша объяснял, как ему работать давно. Ну, бля, выбери. Он даже не открывается. Или я не вижу. А я ничего не вижу. Ну, я нажал на shelf. А он бывает под майку может вылезти. Попробую это. Мне иногда бывало так, что скрипты, плагины, они под майку типа залезали, основное окно. Видимо. Залезли, да? Нет, я не вижу на них. Тогда не знаю. А, вот он в виде панельки, все. Date available. Потом задачу. Нифига себе, он что, в интернет залез? Что это за, блядь, скрипты, которые в интернет лазят? Сейчас накачает тебе троянский. Без моего ведома. Короче, нет времени вспоминать сейчас. Сейчас хочу просто прибить шлем на голову. 100%. Как это сделать. Порядка они здесь. А, вот, хэд. Допустим. Это что за кость? Это нек, бля. А вот голова. Нет? Короче, калечный скелет, с ним так работать очень-очень тяжело. Поэтому я потом попробую адванс скелетом прибить сюда. Тупо даже выделить кость головы не могу, короче. Ну о, там мясо из джойнтов, там вообще непонятно. Ну я так понял, там рот, два глаза и еще что-то, типа слито в одну кучу. То есть ты по факту голову сейчас трогаешь. Да, вот голова. Это уж и шея. Была до этого шея, вот это уже голова. А, у меня просто с задержкой. У меня задержка в развитии. Поэтому не вижу. Сейчас. Такой гопник. Я сейчас, конечно, ломаю там все конечности. Просто ради фана сейчас согну его быстро в позу. Посмотри, что выйдет.
Удачи. Но да, здесь надо с этим Advanced Skeleton посидеть, и NG Skin Tools, короче, красиво очень все заскинет. Это, наверное, ну, да, за пару часиков можно сделать, даже меньше, если ладоши поможет. Так если дать ладоши, он может за тебя сделать тогда это минут за 10. Че, я совсем тупушка. Класс, вообще, короче, плечо где-то там. О, господи. Где это? Освещение поинтереснее сделаю. Sky. О, господи, офигенно. Голое существо неизвестного пола пришло в один из продуктовых магазинов в Беверли-Хиллз и принялось обмазываться тортами. Офигенно. Паша, что не говно? Тикин. Мне прям... Грюсь, гадкий я. Такой вышибало на входе у ночного клуба. Угу. Поломал геометрию, но похуй. Рофлю все равно. Да, да как, какая разница? Главное, что отклик, типа тот, который нужно. Надо это поправить, 5-секундное дело. Кстати, а если на рендере включить Subdivision, может она сгладится? Там ну да, но это Кларк. Типа, не очень помогает этой модели. Да не, неплохо все равно. Сгладилась, типа теперь такая складка, как будто... Да, он поломанный, но все равно сейчас лучше. Кстати, кто балуется тем же самым, просто brightness, допустим, сейчас я по дефолту brightness единица стояла, и тень достаточно густая. Что я делаю? Короче, уменьшаю brightness environment, покуда мне нравится. Вот, допустим, в этом примерно моменте я останавливаюсь, сейчас чуть диаметр увеличу. Да, кстати, я люблю освещать сверху холодным светом, типа вот, включаю температуру, делаю кельвин там повыше, там 7-8 тысяч. И теперь я могу просто отдельно яркость задника вернуть на место, чтобы он как-то лучше смотрелся в целом, более сбалансированно. То есть, если недостаточно ярко фигура светится, я могу теперь лампочку поярче сделать. То есть, моя задача сейчас балансировать задник и чувака по яркости относительно. Так, а что там с нормальным мапом? По-моему, побитый, нет?
Такое ощущение, что неровно рисуется. А, нет, все нормально было. Вот каску сабдивить уже нельзя, она ломается. Короче, что? Вот, сейчас еще на виньетку можно сделать. И до софилд. Вот только хотел сказать виньет сунуть. Можно еще Грейну добавить. Фильм. Такой типа, чё вылупился? Римлайт хочу добавить какой-то. Он немного теряется на фоне. Это не очень логично, потому что там неоткуда светиться, нечему. Омник добавил. Угу. А под низом, кстати, не хочешь ему свет, чтобы там пузико с ногами подчеркнуло? Ну, там недостаточно, темно. Я наоборот как-то пропала у меня эта густота тени, наоборот, надо вернуть ее. Mm-hmm. Не знаю, что случилось. Вот у нас... А, во. Короче, на этом можно остановиться, пойду работу что-то не пересидел. Но дальше, следующий этап, это нормальный риг будет. То есть не вот это, а чуть получше. Заодно вспомню Advanced Skeleton, потому что мне надо будет много чего делать скоро. Я сейчас в блендере как раз скелеты и т.д. играюсь. Вот моя финальная модель, которую я буду ригать, скорее всего, даже руки ему опущу чуть-чуть ниже. Смысла нету так поднимать. В принципе, должно все нормально заработать. Так, ну ладно. Еще сейчас рендер сделаю.
Хотел в актеркоре в Акуриге сделать, потому что там можно было бы анимаций всяких понадергать угарных. Ну, по идее, их можно переложить и на Advanced Skeleton. Надо подумать, ну, да, как. Кстати, Альбедо, конечно, выглядит не так, как я представлял его себе. Ну, это PBR-движок, типа, здесь все выглядит по-разному. Типа, Substance выглядит всрат, а Marmoset выглядит ок. И наоборот. Типа, если что-то сделать для Marmoset, в Substance, скорее всего, будет смотреться не очень хорошо. Мне кажется, здесь, ну, либо шейдер попробуй. Хотя тут, смотри, ты постэффекты и так далее. Если бы можно было перенести вот эту визуализацию туда сразу. Куда? Наверное, кстати, в Substance, чтобы текстурить именно с тем же. А, да не, там здесь Ray Trace, который уже типа сильно отличается, а там растровый рендер, там нельзя сделать финальный лук во вьюпорте. Я говорю, я когда работаю в Substance, я вообще не особо не доверяю вот этому рендеру. Типа он ненадежный. В Substance я вообще, в принципе, рендер, да, я по из каналам, карт, короче, не выхожу. Да, по каналам, да, работаешь, смотришь, в принципе. Нет, с опытом ты начнешь понимать. Ну как должна Альбеда и другие вещи, да. Ладно, как что работу. Спасибо, что посидели. Вы чувствуете, когда заканчиваете модель, пустоту? Я хз, что я чувствую. Пустоту, потому что она закончилась, столько убил времени. Укладываешь все... онлайн и ждешь лайкосы. Лайки считаешь. Такой лайки.